Активнее участвовать в конкурсе управленческих кадров и быть увереннее в своих возможностях. С таким предложением к дагестанской молодежи обратился резидент Comedy Club Магомед Муртазалиев. Это реальный шанс для амбициозных ребят и девушек занять достойную нишу во властных структурах и внести свой вклад в благосостояние республики и ее народа. Этот конкурс подарил мечту. Многие не верили, что в обозримом будущем у нас в республике могут заработать социальные лифты, что Дагестан сделает стремительный рывок в своем развитии, и для решения новых задач нам понадобится суперкоманда суперпрофессионалов. Что эту команду будут набирать по открытому конкурсу, в котором каждый может принять участие. Да, есть такое дело, не все попадут на высокие должности, но и не все на них стремятся. Но это не главное. В нашем обществе на первое место всегда выходит профессионализм. И я считаю, что это повод для каждого задуматься о себе, о своем собственном развитии. Не нужно бояться участвовать и пробовать себя в конкурсе. Не надо бояться проиграть, ведь участвовать в конкурсе – это уже что-то. А делать что-то – это лучше, чем делать ничего. Напомню, желающим принять участие в конкурсе управленческих кадров «Мой Дагестан» необходимо оставить заявку на официальном сайте проекта www.moidagestan2018.rf. Прием документов идет до 29 июля, и осталось всего 4 дня, так что поспешите.